Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород» Барнаул. Огородные дела в разгаре, но выбрали время, заехали в лес. В этом сезоне довольно много наспело брусники. И вот за довольно короткий период времени набрали около 3 литров. Наиболее опытные и старательные сборщики собирают даже по ведру. Одна знакомая набрала целое ведро брусники. Но нам такого количества хватит. И вот после того, как брусника была собрана, ее планируем пустить на заморозку. Все-таки ее решили помыть, более тщательно перебрать, что сейчас и делается. Ну а потом уже брусника будет подсушена. Сушить мы ее будем под вентилятором. Ну а затем расфасуем по пакетам и отправим в морозильную камеру. Ну а зимой очень хорошо достать пакетик с брусникой и использовать ее по назначению. Брусника очень хорошо идет в различные кондитерские изделия, в кексы, ну, в пироги даже может быть. В принципе, ее очень хорошо заваривать кипятком, и получается такой своеобразный чай из брусники. Даже из ягод получается неплохо. Да, можно просто бруснику кушать любым доступным способом. Это очень полезная и довольно вкусная ягодка. Вот такая замечательная брусника растет в нашем сосновом бору. К счастью, ее еще довольно много. В конце пожелаю всем не забывать про дикие ягоды, собирать их по мере возможности, заготавливать, использовать. Это кладезь витаминов и, соответственно, очень помогает нашему здоровью укрепиться в это сложное время. Желаю всем не болеть, всего самого доброго, до свидания.